В грядущее воскресенье в России отметят День строителя. Как любой профессиональный праздник, выпавший на выходной, негласно переносится на пятницу. Так и сегодня лучших в отрасли чествовали и в Чувашии. Отдельная благодарность ветеранам отрасли. Спасибо за ваше трудолюбие, верность профессии. Мы вместе должны воспитывать новое профессиональное сообщество, активно сотрудничать с учебными заведениями, формулировать свои требования для строительных вузов и колледжей. Дорогие коллеги, желаю вам интересной, счастливой дороги в будущее. Пусть воплощаются в жизнь самые грандиозные проекты. Здоровья, любви, гармонии вам и вашим близким. Глава Чувашии в День строителя приехал в Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства, где пообщался со студентами. Ему показали специализированные мастерские, где проходят подготовку молодые специалисты, в том числе и по программам госкорпорации «Росатом». Встретился глава с финалистами 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Настрой отличный, ожидаем высоких результатов. Столько к этому готовились, столько шли. Наши компетенции сейчас впервые принимают участие на таком серьезном этапе Российской Федерации. Я думаю, с нашими знаниями мы оправдаем надежд техникума и республики в первую очередь.